Всем привет, вы на канале Тренер Хапаев. Сейчас мысль мелькнула, хочу ее донести. Я вчера снял сюжет рассуждения по поводу того, что важнее грыжа, коксоартроз, да, предвестники коксоартроза, то есть признаки, которые уже должны насторожить человека, который не знает, что такое за слово это коксоартроз. Если у вас есть уже грыжи, там, протрузии, то вы уже начинаете проверять, думать, прислушиваться к себе, потому что любое изменение в позвоночнике приведет к изменению вашего таза, и значит, ваши суставы будут работать некорректно. То есть они будут стоять уже не прямо, а будут стоять как-то вот так, с перекосом. Нагрузка будет уже асимметрична, и вы будете чувствовать уже какие-то дискомфорты. И что я хочу сказать, что вот сегодня мы тренировались в группе, вот только что тренировку я закончил, я вот вспомнил, у меня в зале есть человек, который, ну, там лет под 40, ему молодой, крепкий, генетически хорошо одаренный, у него операции были там по грыже в поясничном отделе. Он усиленно закачивает на экстензии, ну, специальный станок, экстензия, закачивает поясничный отдел, и все правильно он делает. То есть закачивает за счет сокращения поясничного отдела, то есть лицом вниз, ноги зацеплены, да, и он через на бедрах лежит и прокачивает. Это можно делать и на полу, и в экстензии. Но почему-то большинство людей, обладающих грыжами, протрузиями, именно акцент делают на вот сокращение поясничного отдела, на укрепление его таким способом. Это самое любимое упражнение. Но если я скажу, наклонись вперед горбатой спиной, у него сразу мурашки по коже, он начинает... У него идет перезагрузка в голове, он не может понять, горбатой спиной это что-то опять про грыжу, это опять какие-то болевые ощущения, а может быть эти болевые ощущения есть. Но дело в том, что, понимаете, любая протрузия, любая грыжа, любые какие-то неприятные ощущения в поясничном отделе, это гарантированно, я вам 100% говорю, что это сокращенные мышцы или с левой стороны, или с правой. Это обязательно будет поясничный отдел, пояснично-подвздошная и квадратная мышца. Это сокращение, спазм. Он может спазм, то есть неожиданно вы что-то сделали, почувствовали боль в позвоночнике, там что-то надавило на нервный корешок, и мышца сократилась, все. Вот как улитка залезла в раковину, все, она не хочет оттуда вылазить. Она не хочет оттуда вылазить, потому что если она вылезет, вы опять начнете делать какое-то нелепое движение, и боль будет опять усиливаться. Это механизмы, ну, как сказать, нашей системы, да, нас, механизмы сохранения. То есть мы таким способом, мышцы реагируют через мозговой центр, через нервную проводимость. Она не хочет дальше работать, чтобы вы не принесли дальше ей вред. То есть уже пограничное состояние. И вот когда у вас там протрузии, грыжи, вы сделали операцию или не сделали операцию, вы начинаете, пытаетесь найти способ работы с этими мышцами, то, конечно, в первую очередь мышцу нужно не закачивать. Не закачивать, это во вторую очередь идет закачка мышцы. В первую очередь ее надо растянуть, снять вот этот спазм. И растягивание спины идет вот как раз вопреки вашим стереотипам. Это горбатая спина, это наклоны вперед, хоть сидя, вот сейчас я делаю это движение, да. То есть постепенно вы должны научиться вытягивать поясничный отдел, квадратную мышцу спины. И когда вы это уже смогли сделать, освободить спину, когда для вас наклон вперед станет естественным, нормальным, перестанете бояться, вот тогда можно уже прокачивать и делать какие-то
сложные вот компрессионные движения, потому что, ну, честно, если честно уже говорить, там, да, то, например, меня больше пугает то, что человек там с диском каким-то, там, с гирей, начинает вот в экстензии выгибаться назад. Я понимаю, что он укрепляет позвоночник, и я сам так делаю. Но если у человека грыжа, и он боится приседать, то есть многие грыжевики отказываются от становой, от приседания. Ну, вы подумайте, вот те, кто любит вот эти экстензии, вы выгибаетесь, дугой вы выгибаетесь. Сейчас, я не знаю, есть у меня под рукой. Вот обратите внимание, что вот он позвоночник, да, когда вы делаете экстензию, вы зацепились там, да, и делаете разгибание, вы дугой выгибаетесь, вы даете максимальное сокращение в поясничном отделе. При становой, когда вас учат или просят делать становую, там настоятельно требуется, чтобы у вас спина была при становой нейтральная, прямая, вот такая. То есть никто не заставляет выгибать ваш позвоночник вот в такое состояние в поясничном отделе. То есть вы наклоняетесь, берете груз и поднимаете за счет ягодичной мышцы и за счет мышц квадрицепса в коленях. Вот становая, вот где работает у вас ягодичная и квадрицепс. Бицепс ноги, здесь работает еще икроножная мышца, потому что голеностоп получает угол определенный. Вот где работает, но у вас идет в голове какой-то ступор, непонимание биомеханики движения. Он говорит, не-не-не, я тут спину не буду, я лучше пойду на экстензии, вот тут поработаю. Понимаете, какая нелепость вообще в понимании, насколько люди даже, ну, уже такие физкультурники, уже немножко тренированы, но абсолютно не понимают, на что и где происходит нагрузка, где есть риски, вот на экстензии как раз, рисков больше гораздо навредить своей грыже, повторить, там, сделать вторую грыжу, чем нежели делать с легким весом становую и заставить работать ягодичную, потому что в большинстве случаев, если вы не знаете, то уже статистики все доказаны, что грыжи появляются у людей, которые не тренированы, где была связана работа со статичным напряжением. Ну, то есть это элементарно. Бухгалтер, например, который просидел 30 лет за столом в одной позе статичной, да, где ноги были отключены, потому что когда вы сидите, у вас ноги отключены, а спина находится вот в таком состоянии над столом. Да, вот оно. Растяжение, которое называется эксцентрическим напряжением. То есть вроде бы спина здесь растянута, но она удерживает вас в статичной нагрузке, потому что вы там что-то делаете впереди. И именно такие работы, как бухгалтер, там, шофер, вот что, ну, шофер опять, да, то есть спина работает, а ноги же не работают там, ну, только на педали человек нажимает, то есть ягодично не работает. И больше еще скажу, что есть люди, которые рождены уже без включения ягодичной мышцы. То есть они живут, ходят, особенно женщин касается, которые пытаются свою жопу выставить, ну вот, вот таким образом, да, через поясничный отдел. У них поясница напрягается, потому что они выставили максимально ягодицу. А ягодица в это время не работает. Она получает там третьестепенную нагрузку. Не включение ягодицы как раз и нарушает ваши мышцы спины. То есть боли и грыжи, и протрузии рождаются там, потому что ягодица не включена. Это хорошо, с этим хорошо сталкиваются. Это проблема для коксоартрозников. Но она уже болезнью навеяно, хотя у многих коксоартрозников это случилось, потому что ягодица никогда не работала. Даже те, кто занимались профессионально, вот в том числе и я, когда мы делали какие-то становые,
То есть многие делают становые именно спиной, а не ягодичной мышцы. Приседают за счет спины, а не за счет ягодичной мышцы. Поэтому, когда вы задаете вопросы, ну, вот вчера я видео выпускал, когда женщина по своей глупости, непониманию спрашивает, какие упражнения мне нужно на грыжу, там, вот я после операции, то я бы сказал, что вам нужно не на грыжу делать упражнения там по укреплению спины, а в первую очередь вы должны понять, как у вас ягодица работает, потому что включение ягодицы к грыжевикам, это гарантированно, что вы спасете спину. Ягодица, если не включена, вы опять будете загружать поясницу. То есть это абсурд. Не знаю, насколько вам понятно. Если вы хотите более подробно со мной познакомиться, пишите, я ссылку оставлю внизу. Пишите по ссылке. У меня группа, которая четвертый год занимается. Люди со всего мира там собраны. Тренируются, и все, я это уже рассказал. Все прекрасно все понимают. И тренируются с первого дня до последнего. Никто не собирается уходить. Но предупреждаю, группа платная, 530 рублей. Если у вас нет желания, это или идет вразрез вашим моральным принципам. Ну, есть люди, которые по определению там религиозные, социалисты, там строят коммунизм и не хотят платить деньги, не хотят получать деньги, живут на подножном корме, то, в принципе, тогда не беспокойте. Тогда эта группа не для вас. Всех здравых людей, пожалуйста, пишите по ссылке, сделаю собеседование, пообщаюсь, узнаю ваши проблемы, что у вас на сегодняшний день беспокоит. И именно под вас дам коллекцию видеоуроков, и вы еще будете смотреть текущие видеоуроки, которые я делаю каждый день без перерыва. И сам тренируюсь. Важно понять, что я сам тренируюсь и показываю, и объясняю, почему я это делаю. Все, всем спасибо, пока. И здоровья, конечно, здоровья всем.